волнение невероятное. Когда стали поздравлять, чуть не расплакалась, потому что, ну, реально, я видела, в новостях показывали, что эта акция проходит ежегодно. Никогда. Меня не останавливали для того, чтобы мне вручить цветы, мне очень приятно. Мы проводим ежегодную акцию, приуроченную к Международному женскому дню 8 марта. Поздравляем женщин-водителей с прекрасным женским праздником. Ну и напоминаем правила дорожного движения. Есть некоторые хитрости. Первоначально мы не показываем цель нашей остановки, спрашиваем документы, представляемся, ну а после мы уже раскрываем все свои секреты и дарим подарки, и женщины меняются в лице.